Такой сама американская демократия та майбутнє США під загрозою. З такими словами звернувся до нації президент Сполучених Штатів Джо Байден напередодні проміжних виборів. Він заявив, що до влади в країні рвуться послідовники колишнього президента Трампа, які підтримують його конспірологічну теорію про вкрадену перемогу на президентських виборах 2020 року. Байден вважає, що якщо вони опосядуть керівні посади, в Америці запанує хаос. Ну, давайте так, це такі вже навіть і не стартові розклади, а вже такі передкінцеві, перед самим днем голосування. Я нагадаю, що наступного вівторка так мають відбутися ці проміжні вибори. Чого від них чекати, говоримо далі. З нами на зв'язку Армен Чебукчан, політичний аналітик та історик Сполучених Штатів Америки. Пане Армене, привітаємо вас в ефірі телеканалу «Київ». Вітаю вас. Ну, скажите, які от зараз можна результати, да, от, я не знаю, прощупать, или вот эти, знаете, навіть не перед стартовой позицией, там, перед конечной, не знаю, как их назвать, но вот перед самими выборами для демократов и для республиканцев. У кого какие шансы, Армен? Вы знаете, сейчас очень тяжелая борьба предвыборная, и очень сложно предсказать и предугадать результаты. Да, очень много пишется, что республиканцы все-таки возьмут контроль в палате представителей, большинство. Но мы должны понимать, что здесь борьба не за 10%, не за 20%. Здесь всегда была борьба за 1, 2, 3% максимум. Да? За одно место, два места или три места. Так что борьба будет очень жесткой, и до конца невозможно будет предугадать результаты, если не случится чего-то такого экстраординарного, что собьет рейтинги одного из них, не знаю. Так что борьба будет продолжаться, как за вот одну треть Конгресса, Сената и за Палату представителей. И будем посмотреть, что будет уже 8 ноября. Да, Армен, вопрос, но если большинство Конгресса получает республиканцы, да, то получается, они действительно получают возможность блокировать любые там законодательные инициативы администрации Байдена, но и вопрос в том, будут ли они это делать, если эти инициативы будут касаться Украины, помощи Украине, как вы считаете? Знаете, смотрите, если посмотреть там на заявление некоторых республиканцев, которые также поддерживают политику Байдена в отношении Украины, мы можем насчитать больше трех, больше пяти, да, человек, республиканцев, которые поддерживают политику Байдена и даже требуют большего. Так что, да. Так что я надеюсь, если такого чего-то экстра, если не случится форс-мажор, я думаю, найдутся. Армен, вы второй раз напоминаете о форс-мажоре, какой-то экстраординарном событии каком-то. Что это может быть? Я вот даже не представляю. Я вам скажу, если Америка не решит просто отдать свои позиции в мире, если Америка сама не решится избавиться от американо-центричного мира, вот это и форс-мажор. Ну, сложно это представить, конечно. Но смотрите, есть мысли, что по итогам вот этих выборов может, знаете, начаться определенные процессы, которые будут подталкивать и саму администрацию, ну, соответственно, и позиции Соединенных Штатов Америки к тому, чтобы, ну, как-то находить уже компромисс с Россией, как-то вот давайте переговоры, делать ставочки на разных акторов, которые способны это осуществить и так далее. Вот как вы смотрите на эту возможность? Смотрите, это позиция Дональда Трампа, который, кстати, на днях, насколько я понимаю, собирается объявить о возвращении в предвыборную гонку, и что он будет баллотироваться в 2024 году.
И здесь надо понять, насколько поддержка вот, Дональда Трампа и его крыла изоляционистов большая среди американского общества. Я думаю, вот эти выборы, даже эти промежуточные в США, они вот, будут выполнять роль вот такой лакмусовой бумаги, понимаете, вот такой проверки настроений в американском обществе. Это большая также подготовка к выборам 2024 года. Вот Байден уже заявил, что он будет участвовать в выборах. Да. А сейчас уже вот, так осторожно Дональд Трамп пытается вот уже намекнуть, что скоро он объявит о своем участии в 2024 году. Но надо также понимать, что Дональд Трамп, он личность, можно сказать, такая сложная и... Малопредсказуемая. Да, малопредсказуемая, вот точно, да, даже можно сказать непредсказуемая. И насколько, да, после, вот, да, бизнесмены, особенно крупные, средние, даже такие маленькие бизнесмены, с небольшим бюджетом, они все довольны были правлением Дональда Трампа, потому что налоговая политика их устраивала. Но сейчас вот такой очень, вот, понимаете, вот сейчас после Трампа очень интересная ситуация также для аналитиков. Мы все пытаемся понять, вот что случилось, вот была ли победа Байдена вот такой крепкой и закономерной, вот какие настроения в американском обществе, вот куда хочет идти американское общество, как оно представляет свое будущее. Вот в этом плане мне самому эти выборы очень интересны. Вот почему я всегда говорю, я так с осторожностью, потому что, вот, например, я не ожидал, что президентом Америки будет такой человек, как Дональд Трамп. Вот это уже само по себе для меня большой сюрприз. Все большим сюрпризом было. Но сейчас я пытаюсь вот с такой осторожностью говорить о предстоящих midterm elections, потому что мы понимаем, что мы понимаем, что предсказать все абсолютно уже не, вот раньше уже было это более уверенно, более так понятно и предсказуемо была политика Соединенных Штатов. Да? Но после Трампа мы же понимаем, что те же самые европейцы после 2 лет правления Дональда Трампа, они ехали в Конгресс, вот по примеру Макрона, и просили США вернуться, потому что в мире начинается хаос. Вот после Трампа мне самому уже так нелегко так с уверенностью говорить, поэтому я все время подчеркиваю, если не будет в какого-то форс-мажора, потому что форс-мажором я считаю, что сама Америка будет отказываться от американо-центричного мира. Так что и еще надо понимать, вот в поддержке Украины, вот сейчас вот в предвыборной гонке, вот все высказывания, все они будут слишком такими пафосными, слишком, ну, вот переигрывать будут политики, вот точно будут переигрывать, да. Все будет звучать страшно. И я думаю, что слишком уже сейчас так серьезно воспринимать вот в этот предвыборный момент заявления политиков и политических деятелей, тех, которые баллотируются в Конгрессе, Сенат и политических партий, сейчас слишком так серьезно бояться этих заявлений, я думаю, нельзя, не надо. И после 8 ноября, я надеюсь, когда уже будет переизбран Конгресс, и, понятно, будет ситуация с Сенатом, с этой 1/3 частью. Я думаю, что будут сделаны определенные заявления сразу по отношению к Украине, политике Украины, к Украине. Я думаю, все успокоится и все встанет на свои места. Не поддерживаю. Я просто не вижу причин, почему тогда, когда Украина с успехом защищает свои земли, с успехом возвращает свои земли, с успехом поставила бункерного на место, и сейчас вот с учетом этого уже по причине потому что Украина успешно ведет контрнаступление и свою борьбу за независимость и за демократию, уже и США, и большие страны пытаются уже разделить вот то влияние, которое было у России.
Вот сейчас же все, и Китай, и Турция, и США, и западные страны, и в Африке, и в Центральной Азии, и на Южном Кавказе, можем видеть уже ситуацию, что уже разделяется влияние России между другими бенефициарами. Да. Так что я не думаю, я просто не вижу никаких причин, почему США не должна дальше поддерживать Украину. Армен, спасибо вам за разговор, благодарю за этот анализ. Армен Чебукчан, политический аналитик та историк из Сполучених Штатів Америки, был с нами на прямом зв'язку.